В девятый раз на ульяновской земле мордва встречает гостей. Шумбрат – название праздника, на русский переводится как «здравствуйте». Он приурочен к году культурного наследия народов России и призван укрепить отношения и дружбу между сонмом национальностей, проживающих в Ульяновской области. На протяжении веков представители мордовского народа здесь живут, трудятся, пустили крепкие корни и являются славой ульяновской земли, чему мы очень-очень рады. От предков мы получили и прекрасное мордовское многоголосие, прекрасные наши костюмы, танцы, песни. И это очень важно, потому что мы тем самым показываем, что несмотря на то, что мы разные, но мы вместе с вами многонациональный российский народ. Посетителей развлекали музыканты и литераторы, просветители, деятели культуры и искусства, художники и мастера прикладного творчества, артисты коллективов самодеятельного художественного творчества Ульяновской области. На главной сцене творческая программа лучших национальных традиций мордовского народа. Готовили вчера весь вечер, пекли пироги, готовили чапамолу, национальный кисломолочный напиток, готовили квас, поза. Ну, все, что относится к национальной кухне. Головной убор мастуравы, матери земли мордовского народа. Оно олицетворяет большой лесной гриб, покшпанго, где располагается и собирается все родство, то есть мордва. Культура каждого народа по-своему уникальна, самобытна и неповторима. Многовековая мордовская история неразрывно связана с историей других народов региона. Традиционная мордовская изба, в которой представлено все. Русская печь, которая была кормилицей, на ней грелись, кормились. На ней многое было рассказано зимними вечерами сказок. Богатство нашей страны в полиэтничности, которую нужно оберегать. Мордва – это малая часть из многообразия региона, ведь в Ульяновской области проживают представители практически всех национальностей нашей необъятной страны.